Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке FrenBow. Продолжаем играть в эту, ну, мрачненькую, достаточно криповенькую игрушку. Опа, всегда хорошо иметь лишний ключ. Ну, сразу ключ какой-то нашли. Очень часто просите в комментах, ну, почему бы и нет. Так, желтая пишущая машинка. Ну, это нам не надо, что у нас на доске объявлений. А, оу, да ничего себе, интервью доктора Дирна. Октябрь, так, мы сейчас в октябре, не знаю, что люди делают на таких собраниях. Ага, Mental Health Global Week. Рисунок, хотел бы я так рисовать. Угу, ну ладно. О, что это за знак? Я видел это раньше, что это значит? Да это же этот, какой-то демонический значок-то. А как же он называется-то? Пентакль? Не знаю, короче, как это правильно называется. Так, код сигнал... О-о-о! О-о-о-о, что это такое? Изучить. Доктор Марсель, как правильно, не знаю. Марсел, не знаю, короче. Сигнализация отключается в панели безопасности в приемной. Желтая дверь будет открыта в течение 2 минут, после чего сигнализация активируется снова. Код сигнализации... Ага, 7731, походу. Ага. Или 7... Нет, подожди-ка. Не знаю, ладно, валим, короче, этот код очень важен. Опа! Фил! Забытая девочка без семьи и кота умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? Ах ты гадская морда! А Фил, пожалуйста, выпусти меня. Не стоит кричать, если меня здесь найдут, я влипла. Пьем таблетки, ребята. Та-дам! Ох ты, черт, это же мы! Ёкарный бабай, это реально мы. Жесть, эта мертвая девочка немного похожа на меня. Да это и есть ты, подруга. Этот чел высасывает твои кишки. Даже когда твои глаза открыты, ты не можешь понять. Черт возьми. Ё-моё. Ладно, у нас тут есть проход. Так что пошел ты нафиг, Фил, гаденыш такой предательский, а. Вот же урод, конечно. Так, вентиляция, возможно, это мой путь к свободе. Интересно, Фил знает об этом? Сейчас он вылезает тут такой. Не, подруга, я все знаю. И фиг мне. Так, крыса. Ох, эта крыса сильно ударилась головой. Нужно дать ей шлем. О чем ты, подруга? Что за бред ты несешь? Наверх я вряд ли смогу. Это уж слишком какой-то паркур получится. Так что мы ползем дальше. Я просто продолжу идти и идти. Ну ты же сейчас упадешь, стой. Нет, ну серьезно, блин. Ну да, очевидно. Ах, куда упала? Оу, в прачку попала, да? Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. Да ты как? Давай вставай, с закрытыми глазами разговариваешь. Так, я активирую эту штуку. Ту-дум-ту-дум. Ох ты, ё-моё, мозги попадали. Сюда что, трупы скидывают? В коробке ложь. Коробка. Ложь. Коробка. Ага. Коробка. Вот коробка. Ну, конечно, коробка открыта, посмотрим. Так. Ага, желтые таблетки. Ха, они выглядят веселее, чем красные. Ну, возьми чуток. Но я не хочу. Плохие таблетки. Ага, пациента. Пациент. 25.0. Ну, короче, вы поняли, наша текущая цель. Цель реагирует положительно. Расширяем спусковую железу. Повысить уровень эктопламатина до 1700. Микрокилограмм. Замените контейнер, чтобы он выглядел как утвержденный дуатин. Ну они на нас экспериментируют, гаденыши. Вот дуатин, а это вот как раз таки новая фигня. Или это ложь? Я знаю, о чем они. Так, смотрим. А, не, смотри, тут все так же. Ну ладно, тут была подсказка. В любом случае я понял все. Подъявил ничего нет. Ну все, погнали отсюда. Так, опа. Закрыто. Угу. А ключ-то использовать? А-а-а, не... Ох ты, ё-моё, блин! Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь ослушаться, твой код будет обречен. Ага. Вот же гаденыш-то, а? И все, кирдыкнулась я снова. Ясно. Ну, я уж за девочку же играю, за это так говорю. Так, что это такое? У нас какая-то сценка. Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе, я обещаю. Жалко, здесь нет озвучки. Я скучаю по тебе, моя дорогая, я так по тебе скучаю.
Да уж, криповенькие глаза, конечно. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. Ага. Ох, обожаю лабиринты. Так, ну здесь... Я не успел смотреть в конце лабиринта, Френ. Ну погнали в лабиринт, чё? Головоломочка очередная. Ну, по-моему, если идти направо, там везде тупики были. Я успел вроде просмотреть это все. Я снова потерял сознание. Интересно, реальные ли мои сны? Не знаю, подруга. Монстр не отпустит меня домой. Но если найти лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера Полночь. Ага. Интересно, мне тут что-то еще надо? Не зря же тут снова. Нет воды, чтобы помыть руки. Ну, погнали тогда, уходим отсюда. О, подожди. Там что-то под одеялом появилось, как будто бы. Что это за... А, нет, ничего. Ну ладно, там просто какие-то эти... Такие... Ох, ё-моё. Такие эти штуковинки, как будто там что-то есть. Что это такое? А, ну давайте посмотрим, что тут написано. Ох ты, черт, боже мой. Бедная. Кто это? Сэр, очнитесь. Да это не сэр. Операционный, я не хочу заходить. Пахнет гниющей плотью, фу. Понятно. Ох ты, ё-моё. Такой крепоты, конечно, я давно не видел. Мой жизненный путь отрицали. А это что? Ты не можешь винить тех, кто невежествен. Какие-то такие фразочки, блин. Я в самом деле обошла все кругом. А это что за двери? А, давай посмотрим, что у нас там. Так. Ага. 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 Я не понимаю, что тут написано. Так, итварь. Угу. А в обратную сторону точно ничего не получится. Может быть, это какой-то шифр. А, Итвард? Не знаю, что это значит. Если это Д, тогда... Т-ро-в-ти. Что это за фигня? Почему в конце Д какая-то другая? Р-по... Ох, не, я такой тупой, короче, для такой загадки. Ну, придется ее потом угадать как-то. Ох ты, черт возьми, мальчик, почему у тебя мозг наружу? Почему-то, блин, пол башки ему что-то там устроили. Надо еще раз подумать, что это может означать. Итвард. Может быть... Как-то, короче, слово из этого собрать? Не знаю. Какое же слово может быть? Так. Я даже не знаю. Дитвор. Дитров. Тиврот. Довти... Ох, нет, подожди. Ну, короче, какое-то слово, наверное, из этого надо собрать. Это просто раскиданные буквы. Я так думаю. В обратном порядке не получится. Да, я отвела новенького наверх. Это нормально, что мы сейчас спалимся? Нет, я его не видела. Ключ от подвала? Нет. А в кабинете доктора раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нет. Конечно, я дам знать, если он найдется, но вы должны успокоиться. Да я принесу его вам, если найду, хорошо? Пока. Так, сейчас она меня спалит, походу. Мне, наверное, с ней... Я не могу в это поверить. Бэби Шейкин синдром. Ага. Я уже в приемной, великолепно. Надо как-то эту подругу отвлечь, наверное. Так. Использовать. Порой вещи просто не работают. Ага. И что же мне делать? Прикажете. Ну, мисс Медсестра, надеюсь, вы скоро захотите в туалет. Так, понятно. То есть мне здесь, в принципе, ничего не поделать. А, подожди, хотя я знаю, что можно поделать. Та-дам! Отлично. В конце лабиринта. Что это тут такое? Ох ты, блин. А, малыш, конечно, в порядке? Да, конечно, почему бы у него не спросить, в порядке ли он? Держатель ключа нет, ключ... А, держатели ключей. Нет ключей, чтобы держать. Так, что это за... в конце лабиринта. Котик. Не могу вспомнить номер тети Грейс. Именно это мистер Полночь и сказал мне. Так, ладно. Надо, наверное, что-то использовать. Угу, что же... А, вот, я знаю. Смотри, мы сейчас повесим ключ. Она такая найдет ключ. И мы сейчас этот, беспалевненько все будем мутить. Все. О, ключ все-таки был здесь, нужно отнести его назад. Ну да. И нам сейчас нужно пин-код ввести. Так, я еще раз посмотрю. Я не вижу, если честно, что там написано. Так, используем сюда. С панелью сигнализации. Так, это нельзя сделать. Ладно, тогда нам придется это изучать. Что тут написано, блин? 17 декабря
25 июля. Угу. Тут цифры, блин. Я вот не понимаю, 7731, по-моему. Я не знаю. Или 1725. Одно из двух. Давай. 7731. Ага. Тогда 1725. Ага. Так, не то, не то. Угу. Что я тут напутал? Давайте посмотрим. 31 это однозначно. А что там в начале-то идет? Не 77, что ли? 79, может быть? 79, 31, или что там, блин, забыл вторую цифру сейчас. Так, 31, ну. Что за число вот это, в ну, первое, 77 или 79? Ну, не то не подходит однозначно. Так, я не знаю. Я сейчас действительно не знаю. Так, 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 так. Что же это может быть? 17-25 тоже не то. Код сигнализации. Замазали все. 17 декабря, 25 июля. 17-12? Либо же... Юль, какой у нас там месяц? Ладно, давайте 17-12 сначала. 17-12. Ага. Может быть, месяца там? Или как это, блин? Четырехзначный код. Блин, это какая-то подстава. Так, июль у нас 7 месяц. Ну, 7 тут вообще не вписывается, вообще никак. Еще же знаете, что самое смешное в этом всем? То, что мне в комментарии подсказывали код. Мне его писали и говорили. Думаю, дальше сам разберешься, а код сам написали. Ладно, давайте 17-31 попробуем. 17-31. Блин, я помню то, что в конце 31 однозначно. Я даже вот коммент тот помню. 31 вроде там точно было. А что же там в начале? Угу. Попадос какой-то. Я попробую на эту записку посмотреть в этом режиме. Так. Изучить. Ага, нет, нифига. Так, ладно, вырубаем тогда. Что ж тут может быть? Ух ты, ё-моё. Это не слишком палевно было? Ух, жесть. Так, а что тут есть? Ага, ну только в дверь я могу выйти, но она пока закрыта. Так, ну здесь написано, в принципе, что вся инструкция, да, будет открыта в течение 2 минут, после чего сигнализация активируется снова. Ага. Нужно ее отключить, понимаете? Проблема в этом. Я реально не могу догнать, какой код. Я не вижу первой цифры. Вторая цифра 31, первая не понимаю. Пойти искать тот коммент. Пойду, наверное, так и сделаю, черт возьми. Что-то у меня в голову не идет, тогда, наверное, сразу пойму, что тут и к чему. Короче, ребятки, мы продолжаем. Я не знаю, как тут можно вообще разглядеть код. Я нашел все-таки тот, конечно, коммент. Вот. И здесь оказалось то, что это... А я забыл уже. Это 29 вроде как. А, это далеко не семерки две, как я думал. А это вообще 32. Я почему-то думал, это 31. Так, ну и пробуем. 2, 9, 3, 2. Ага, вот сработало. Да, я лучшая, самая лучшая. Ага. Так, это снова тут пройдет. Нет, она проходить не будет. Все, мы выходим. Сигнализации не будет. И что у нас тут? Опа. А что мне делать? Тут нет этого даутина больше. Я типа должен свалить, наверное. Опа! Засранка, я заставлю тебя за это ответить. Ты че, гаденыш? Ты, блин, вообще идиот. Ты заставлял меня тебя целовать, так что иди так и нафиг. Опа. Ох ты, ё-моё. Оу. Ты умная девочка. Думаешь, что можешь просто уйти? Ага. Ох, черт, что с нами, с нашими глазами? Что, не может быть? Нет. Опа, что произошло? О, мистер Полночь вернулся. Ё-моё. Эй, стой, друг, ты куда поехал без меня-то? А ты чё лежишь? Друг твой там уехал, да. До свидания. Мне нужно добраться до лабиринта. Бежим за ним, быстрее, 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 быстрее. Нет, встаём. А вот и лабиринт, друзья. Вот и лабиринт. И? Опа. Здорово. Да. И чё теперь? Снова какая-то сценка. Ага. Тут можно пропустить. А, подожди, мне надо идти. А, мне идти надо. Блин.
Я что-то затупил. Так, а куда там этот кот-то ушел наш? Ой, там монстряка. Ух, ё-моё. Так, давай быстрее, а то сейчас мне эта штука сожрет еще, не дай бог. Это мне не надо. О, черт. Так. Ага. Ладно, иди в обратку. Тут можно пропустить, действительно, что за фигня? А зачем это пропускать вообще? Тут же типа это как прохождение идет. Мы такая смешная на самом деле. О, мостик какой-то. Прикол. Так, ну вроде как что-то мы тут нашли, конечно, какой-то выход наподобие. Я, наверное, сейчас пойду вот сюда. А то мало ли там облом. А нет, смотри, тут не облом. Тут монстряк, и надо побыстрее свернуть будет. Ага. Тут еще одна такая же. Давайте вот сюда свернем. Наверное, тут все-таки свернуть надо. Так. А вдруг нет, будет подстава, конечно. А, нет, все нормально. Эти ходы все связаны. А нельзя просто пройтись по этим кустам? Они же... Ну, хотя нет, они высокие там были. Так. Ух ты. Ага. Смотри, а это что такое? Какая-то статуя. Прикол. Так, нам надо успеть сюда. Потом подняться. Ага. Вроде все пока что хорошо складывается, в принципе-то. Но я, по-моему, иду в какой-то тупик. Или нет? Да, я в тупик пришел, черт. Ага. Понял, понял, понял. А, тут надо очень аккуратно проходить, потому что здесь вот эта вот ерунда. Сейчас мы тут обойдем. Блин, тут реально можно все пропустить, по сути-то. Но мне, наверное, не надо так делать, мне надо все-таки пройти. Так. Пока что единственная подсказка, которую я использовал, это вот этот вот пин-код. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потому что я не мог разглядеть там, как вообще можно было, не знаю. Я слепой, наверное, просто. На самом деле, так-то можно было разглядеть. Просто я себе изначально внушил то, что там числа 7 вообще, 31, а не 32. Из-за этого такая путаница у меня случилась, как бы, и тут ничего не поделаешь. Ага, нет, все-таки поглубже здесь не надо заходить, все и так нормально. Давайте туда проходим. О, труба какая-то. О, I found my way out. Мне дали ачивку. В конце лабиринта ты их найдешь. Кто это вообще говорит, интересно? Со мной, я даже не знаю. Злобных тварей ночи. Мимо них не пройдешь. А кто это такие? Смеясь за тобой, они будут гнаться. Хавают меня. О, зато котик приехал. Но все же тебе их не стоит бояться. Котик, мистер Полночь. Ведь кот полный гаек и болтов. Ага. Полезли в какую-то трубу. Путь указать тебе готов. А, тут в рифму, да? Такой стишок, типа. Ага, фоточка. Нет, она уплыла, и эти гаденыши забрали. Смотри, смотри. Ей пофиг, она такая. Нет, ну и ладно. Лучше оставлю, чем пойду к этим монстрам. Глава вторая, часть первая, признаки любопытства. Угу. До второй главы уже дошел, нифига себе. Но мне говорили, что я медленный, конечно. Наверное, так и есть. Боже мой, еще чуть-чуть и... Ты вылезешь из трубы? Да? Или что? Не знаю. Ты вылезать будешь, алло? А, мне надо было нажать, походу. Только бы охранники не нашли трубу. Ну там один охранник какой-то идиот еще сумасшедший. Так что все ништяк. Ладно, друзья. А, о, смотри, что это за место? Надеюсь, я скоро найду мистера Полночь. Да, все. Вроде бы с болтовней покончили. На этом, наверное, закончим. Следующую, нет, не следующую, блин, сегодняшнюю серию по Фрэнбоу. Дошли уже до второй главы. Я уже истратил, почему я всегда хочу сказать испробовал, блин. Я уже истратил одну подсказку с этим пин-кодом, но пока что я больше ничего не использовал. Да все пока что догадываюсь сам. Вот, ну хотя, может быть, я где-то еще, конечно, подглядел в комментах. Ну, не знаю, может быть, это было до этой серии, вот там, во второй, может быть, в первую уж точно я не мог подглядеть ничего. Так что, ну, не обещаю, конечно, что только один раз подглядел. Вот именно прям, чтобы я такой хоп, это все использовал. Но пока что вроде стараюсь сам. На этом все, друзья, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.